Массовой дракой завершилась демонстрация сторонников и противников независимости Каталонии. Сегодня в Барселоне организовали марш в благодарность полицейским за их работу во время референдума. В то же время сторонники независимости Каталонии провели свою акцию. Местный совет пытался избежать конфликта, заставил организаторов с обеих сторон изменить маршрут. Однако оба митинга все равно завершились в одном месте, в центре города.